Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем проходить игру Мафия 3. И сейчас нам необходимо убить людей Сант'Анджело, которые вот. Вот они. Так, мы можем, кстати, вызвать бригады подкрепления, чтобы они нам помогли. Блин, ну какого хрена полицейское расследование? Причем явно ищет нас. Блин, мужик вообще не в тему попался. Во! Ништяк. Так, это сам Сант'Анджело. Почему недоступен... Так, давай. Ну, успеем. Да. Ты должно быть тот самый нигер. Меня зовут Линкольн Клей, ублюдок. Нигер Линкольн Клей. Эти слова означают одно и то же. Ништяк. Круто. То, что копы от нас отстали на самом деле. Опять расплата, да ну нафиг. О, ну нет. Ну ладно, сейчас нужно немножко переждать. Если опять расплата, то придется пострелять. Да нет, вроде бы. Вроде бы все даже тихо, да? Ну, в принципе, видите, никакой расплаты нету. Давайте подгоним машину. Теперь нас ждет другое задание. Броневик — это последний раз я на нем ездил, в общем-то. Поэтому он здесь и стоит. Так, хорошо. Я думал, сложнее на самом деле будет. Едем сюда. Нам необходимо поговорить насчет Эцио Кантони или Канотти, как-то так его зовут. Вставай! Вставай, твою мать! Господи! Я чуть тебя в борду не выстрелил. Теперь мы квиты. Проклятый урод. Пора звонить Тенцо. Хорошо. Набирай. Да. Беркли Миллс накрылся. С концами. Ты что еще за хер? Угадай. У тебя должно быть стальные яйца, чтобы вот так звонить. Ты знаешь, кто я такой? Я очень хорошо знаю, кто ты такой, Энцо. Ты лейтенант Селла, который только что просрал свой район. Скорее всего, Маркана закопает тебя рядом с Грекко. А ты пёс трусливый, хочешь меня убить? Будь мужиком, сделай это сам. Я не хочу тебя убивать, Энцо. Я хочу предложить сделку. Сделку? Господи, сынок, тебе к психиатру пора. Ты рассказываешь, кто стоит за строительством казино Маркана, я делаю все, что в моих силах, чтобы этот козел тебя не убил. Из какого хера я должен поверить, что ты можешь защитить меня от Маркана? Посмотри на то, что я сделаю с тобой. Жди меня у карьера. В следующий раз смотри, что я не заставил тебя... Плясать. Поцелуй меня в жопу. Так. Ну, мне кажется, там, где у нас назначена встреча с Энцо, будет засада.
не может быть все так просто. И Линкольну надо было бы с собой взять Донована хотя бы. Хотя бы Донована. Дать ему в руки снайперскую винтовку и пусть прикрывает. А так, это слишком бестолковый, скажем так, поступок. А, ну вот. Собственно, наша остановка. Причем поговорить с Энсо нам именно нужно поговорить. Так, а что если... заложить здесь взрывчатку? Точно засада будет. Слишком тут большая территория. Самое печальное, что машину мы черти где оставили. Так, а если мы подойдем вот сюда и вызовем еще одну машину? Как вы думаете? Что из этого может получиться? Хотя бы поближе, да, как-нибудь? Может, подгонят сюда? Ну-ка. Давай. Can you send me a new ride? I'm in Barclay. I'm slammed at the moment. Give me a ring later on, and maybe I can squeeze you. Да, фигушки, придется, если что, пробиваться с боем. Видите, аптечек тут до хрена, ну неспроста это все явно. Убери пушку. Если бы я хотел тебя убивать, Энсо, я бы через парадную дверь не входил. Может и так, но я рисковать не хочу. Погоди, я ж тебя знаю, ты Линкольн Клей, верно? У Сэмми Робинсона жил. Потом во Вьетнам пошел. Он самый. Твою ж мать, сынок, знай, я об этом раньше, сколько нервов бы сберегли. Пойдем. Ты вряд ли бы об этом знаешь, но мы с Сэмми давние друзья. Хороший был мужик. Не заслужил такой судьбы. Черт, да никто из вас не заслужил. А вся эта история с казино... Да, Сэл как будто лично хрен показал каждому, кто на него когда-то работал. Ему, видите ли, в легальный бизнес потянуло. А на нас, на всех ему положить. Я думаю, давно пора ему тем же и ответить. Реми Дюваля знаешь? Да, крупная шишка на радио. Без него никакого казино не будет. Земельный участок его, строительная компания тоже его. И все остальное так же. Так значит, он тут главный? Ага, фуфло тут, да. Да черт, бумажка назвали, чтобы жопу прикрыть. Так Маркано не владеет этой землей? Нет, только Дюваль. Он не идиот, пока на него все записано, Сэл его пальцем тронуть не посмеет. И как мне его найти? Живет он во Фриско Филдс, но я слыхал, Оливия Маркана за ним следит во все глаза, и сейчас велела на люди не показываться. Последнее, что Сэлу надо, это проблемы у единственного легального партнера. Пора двигать. Сдается, уже поздновато. Сделка и сделка. Пошли. Так. О, отлично окно выбил.
Жалко, кстати, только она не попала куда надо. Ух ты ж. Ладно. Заходим сюда. Ну что, ублюдки? Опа. Так, я бы вызвал вот этих ребят. Ох ты ж, ё-моё. Ух, чёрт подери. Дюваля там, этот, дрючит во все места. О! Как вовремя. Да блин, я в ней жму и не могу подлечиться. Думаю, что за херь? А ну погнали, мужики. Блин, они исчезли, что ли? Так, я не знаю, я пока не читаю, что они там говорят. Бог его знает, о чем вообще речь. Но я понял, что мы здесь хотим все к чертовой матери подорвать. Давайте-ка поднимемся. Я думаю, нужно как бы идти и не слишком спешить, потому что, видимо, врагов здесь будет дохренища. Ну да, уже какая-то враждебная зона. Check the other side. Asshole. Hmm? Иди сюда. Отлично. Почему они как-то ходят так на шухере прям? А? Ага. Давай, дружок. Так, все, этот наш клиент. Смотрим, что имеем мы тут. А здесь тоже какие-то шухерные мужики. Может, попробуем отвлечь? Не сработало. Однако. Нам бы вот того дальнего убить. Вот этого вот дядьку бы грохнуть. Тогда было бы уже попроще немножко. Хоть они... Не, ну вы посмотрите на них. Found that smoke. I'm thinking we might be dying soon. Well, don't breathe that shit. Так. You're just asking for it if you do. Huh? Son, you ain't looking at nothing but evil right now. Интересно, кто должен был сюда подойти? Well, don't breathe that shit. You're just asking for it if you do. Son, you looking at nothing but evil, right there. Да ё-моё. Best thing we can do right now is pray. Чё за бред? Фу, ну много их тут, надо как можно больше убить по-тихому. О, надеюсь, он нас не спалил. Да-да-да, он идет сюда. Шик. I'm looking. Show yourself. Отлично. Блин, этот дебил по нему выстрелил.
по-моему. Ну да. Ну хорошо другое, пока нас... Нас пока не увидели, то ничего страшного. То, что его там видят, и то, что он там стреляет, это все ерунда. Блин. Только захотел я его убить. Шик. Отлично, сейчас этот придет сюда проверить, что здесь за стрельба была, и мы его грохнем. Never forget the folks who died here, boys. Fucker won't let up. Хорошо, что он на это не среагировал. Так, отлично. Один мужик остался, да? Один тут и один наверху. Да блин, Линкольн. Так, мы по нему не попадем. Вот отсюда, возможно. Как-то вот... Неудобно. Отлично. Хедшот, я бы сказал. Так, ну остался еще... Там дядька. 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 Которого мы сейчас грохнем. Да? Фак. Слушайте, даже очень неплохо получилось. Это гораздо лучше, чем тут шумно проходить. А также смотрите, что у нас здесь есть. Снапуля. Есть снапуля. А по кому стрелять со снапули, непонятно. Никого не видно. Ну, наверняка сейчас мы спустимся. Ага, вот. Вот они. Даже не знаю, ребята. Что-то дохера их, если так рассудить. Вот если бы она с глушителем была, вот то я бы тогда тут порезвился. У нас пистолет достаточно точно стреляет. Еще бы я его прокачивал, тут точность. Зачем нам снопа какая-то? О чем речь? Так. Все, вот теперь снопа. О, да. Снопой надо стрелять только... Только из-за укрытия. Иначе нас тут изрешетят нахрен. Так. Отлично, укрытие, мужик. Слушайте, ну я что-то никого больше не вижу. Но это так, временное явление. Просто они все заныкались где-то вот сюда. Похоже, да? Где-то они вот здесь вот заныкались. Один тут близко где-то, остальные вон там где-то к нам идет. А, вон он. Не попал, блин. Обидно. Ну давай. Эх, только дыхание задержал. Да чтоб тебя, а. Ну? Он как... А, тут, наверное... Я, конечно, может, и не попадаю, но что-то... Какой-то он заколдованный. Все. Магия закончилась. Остальные где-то вот здесь. Ага, вот.
Мазефака. Я так понял, кто-то еще вниз ушел туда. Эх! Че, патроны закончились? Блин! Ой, хорошо, хоть калаш здесь. Это прям радует. Все, сейчас подойдем поближе, отсюда будем отстрелен. А что делать? Ха-ха. Как я его, да, достал? Так, еще минус один. Давай, дружок. Готов. Так, кто у нас тут остался? Сейчас подлечимся, потому что здесь есть аптечка у нас. Остался, по-моему, с этой стороны мужик. Он даже не один. Ой, где-то рядом прям. Охренел, да, терминатор? Ой, какая картина тут. А, он убил этого. Молодец. Так, эту детку мы заберем. Это мы тоже возьмем. Попал, по-моему, да? Ну да. Против солнца ни хренашеньки не видно. Ну да не беда. Ох, тут бочек сколько. Жахнет тут на славу все, да? Okay? Ты в порядке? Да, что, не похоже? Ты говоришь, как-то из этих людей работал на него? Не кто-то, а все они. Да должно хватить. Чего? God damn. Охренеть. Like? Тебе нравится? Не то слово. Сделай все как надо, я пожертвую тебе деньжатки на благотворительность. Этот ублюдок еще убежал. Оу, е. Оторваться от людей Маркана. Охренеть. Людей тут. Правильно сделали, что выскочили. А если мы поедем, кстати, вот по железнодорожным путям? Король тараканов. Энцо, уймись. Да имел я их всех в глаз, говорит. Все, есть у меня подружка Генриетта, живет в отеле Карусель, что в Хэллоу. Умница, каких мало. Я у нее сумку с вещами оставил. На случай, короче, опять я ни хрена не успел читать. Ой. Так, давайте посмотрим, куда нам ехать. Мы все-таки могли и здесь проехать. И не париться вообще. Так, прямо. О, тут придется съезжать. Ну, почти удачно. Да, все верно. Это мы как раз мимо свалки Берка, что ли, проезжаем. А, в общем-то... Так, сейчас нам направо. Fucking Sal ain't half the man Sammy was.
Так. Ну что ж, неплохо. Получилось достаточно. Я все ожидал подставы от этого Энцо. Но, как видите, он все-таки оказался нормальным мужиком. Хотя еще не все закончилось. This is good right here. Здесь будет нормально. Sorry again about what еще раз соболезнен насчет Сэмми и Элиса. Appreciate it. Спасибо. Speak of the devil. Как выяснилось, хотя бы один умный человек среди ублюдков Маркана нашелся, Энцо Конти от них ушел, никто ничего никому не должен. Ты и я, мы уже и так повязаны накрепко. Посмотри, я почти весь город для тебя держу. Кому ты еще собрался? Скажем так, я же могу и взревновать. Кого ты решаешь прозвать на зачистку? Дело твое, я тебя уважаю, но это уже вопрос ответственности. Думай о будущем, ты доверил моим заботам другие города. Нет причин не доверять тебе в этом. У тебя есть планы на эту территорию, верно? Иначе я не могу понять, почему ты не отдал ее ко мне. Итак, увеличение дохода от Вита на ноль, потому что он у нас прокачан полностью, видимо. А, смотрите, если мы отдадим Кассандре, то мы теряем тогда от Вита выносливость и восстановление, к сожалению. Это очень много. Нет, отдаем Витьку. Я хочу, чтобы этот район взял под себя Вита. Кого я люблю? Тебя, вот кого. Ты здоровяный, прекрасный черный парень. Если ты уже решил, в какую сторону ветер дует, так мне и скажи. И хватит уже тратить попусту мое время. Ну что, мы тут закончили? Пора возвращаться к работе. Давайте расходиться. Я надеюсь, это был последний район. Да, все как я и думал. Ну что за рот? Мне пора, спасибо тебе. Удачной охоты, Донован. Мисс Ланкастер помогает мне с этим проектом. Энцо, назвал тебе имя? Да, Реми Дюваль. Он не просто строит казино, ему принадлежит земля, на которой оно стоит. Реми Дюваль? Этот козлина с радио? Его семья живет в этих землях уже пару сотен лет. Он считает, что теперь он тут самый главный. Согласно этим данным, в свободное от работы время он руководит Южным Союзом. Это гребаный Куклус-клан? Перед тем, как я отправился во Вьетнам, отец Джейми и несколько человек устроили акцию протеста. Почему, мол, в городе нет ни одного черного копа? Тут нагрянул союз и сбили всех, до кого смогли дотянуться. На следующий день на стене церкви отца Джейми название «Бог ненавидит ниггеров». Если президент Джонсон тогда просто казнил всех этих гоноедов, мы сейчас об этой проблеме и не вспомнили бы. Кроме этого, Энцева упомянул еще и Оливию. Оливия Высочка, деньги Старого Юга. Она была женой Люцио, брата Села. И она держала Фриско Феймс. С тех пор, как Люцио помер, она расширила его наркобизнес, открыла лабораторию по варке РСР. Здесь живет чертова туча мафиози. Обычно под крышей кого-нибудь из борделей. Впервые вижу, что они там могут общаться. Она тут, чтобы держать Дюваля на поводке. Единственное, кого слушается, это тип. Так что же мы будем делать? Он владеет землю, на которой стоит казино. Убьем его. Думаешь, удар по бизнесу Оливии поможет? О, да. Я знаю этих российских свиней. Чтобы черный парень катался по его району и наводил на белых страх, такое он без внимания не оставит. Его гордыня его же и погубит. Эй, это был не самый дешевый бурбон, знаешь ли. Удачи. Так, ну все, ребята, на этом мы серию закончим. Я надеюсь, что осталось совсем немного. Нам остался, в принципе, один район, один лейтенант, и мы наконец-таки доберемся до Маркана. В общем-то, продолжим мы уже, как обычно, в следующих частях, друзья. Ставьте лайк.
Подписывайтесь на канал, увидимся с вами в новых сериях. Пока-пока!